Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить операцию Flashpoint, Cold War Crisis, компания «Красный молот» за Советский Союз. И сегодня у нас миссия под названием «Собраться с силами». US counterattack on Molden is now entering its crucial final phase. Following a night of sustained fire from the American fleet, US Marine and armed units are facing little resistance from a demoralized and ill-equipped Soviet force. Хауден. Девятичасовые новости на радио. 9 часов, что ли, были? Что это за надпись? Ожидаемый number, error. Так, шестидесятки тут. Сейчас разнесут этот Урал. Опа-на. Нам пизда. Главного героя тоже? Бля, еще кат-сцены не хватало, что заглючило. Короче, зависла она капитально. Пропустим. Итак, эти американцы оказались слишком сильны для нас. Наша атака на Малден провалена, а наши парни оказались разбросаны по всему острову под натиском вражеского контрнаступления. Отбившись от своих, вам необходимо срочно связаться с базой в Лолисе, но вернуться туда прямым ходом невозможно, этот район еще полон американских сил. Правда, ближайший город на севере, Хауден, все еще в наших руках. Отправляйтесь в Хауден, откуда свяжетесь с нашей базой в Лолисе. Полный бардак. Мы думали, наш удар по позициям американцам будет как удар молота, но они огрызаются гораздо сильнее, чем мы рассчитывали. Одному богу известно, что случилось с ребятами из моего отделения. Надеюсь, они, как и я, попробовали отступить и перегруппироваться под Лолисом. Моя рация повреждена, и я не могу добраться до базы отсюда. Может быть, мне повезет больше, если я доберусь до передатчика в Хаудене. Пора в путь. Итак, я один, у меня 74-ка. 6 гранат, 4 магазина. Дополнительного оружия нет. Пошли. Опа-опа. Я думаю, если мы пойдем по берегу, готово. Бежим дальше. По дороге не пойдем. Пойдем прям по самому берегу. Так, ну чё, пошли. Там по-любому уже все захвачено, этот Хауден.
Я вроде пока не вижу никого. Так, ну чё, останавливаем. А, не, наш танк стоит. Кругаля дали, но это нормально. Только он какой-то черный. Стоп-пэ. Натуре. Трупс. Опа. Наш. Сейчас на танке будем херачить. Танки пошли на север вдоль дороги, а пехота направилась на запад. Вероятно, собирается атаковать наш центр снабжения. Хоть один танк... Да вон там сзади на ходу. Мой Т-72, но он поврежден. Вы не собираетесь идти против американцев в одиночку? Почему бы и нет? Одному идти неразумно, ты поведешь. Как будто кто-то едет, я слышу. Блять, я сейчас расстреляю нахер. У тебя невелик выбор, дружище. Идёшь со мной, или я позабочусь, чтобы твои детишки не унаследовали твою трусость. Ладно, сами себе подпишем симметрий приговор. Просто классно. Не, ну а чё, ты хочешь остаться? Тебя все равно захерачат. Все, так, второй. Направляйте назад и достаньте что-нибудь... Для починки. Т-72 Евгения. Так. Т-72 Евгения, иди-ка со мной давай. Наверное, надо так сходить, да? Хотя не. Пиздуй в танк. На водителя иди садись. Надо глянуть вообще, что тут как. Я знаю эту дорогу. Это вторая миссия. Дополнительная. Так, еще ребята. Ну чё он, блядь? Пиздуй тогда ко мне. Бля, вот тут... Лицо какое-то стоит. Из-за надписи, блядь, не видно нихера. Машина техпомощи, вон там. Надо сесть в машину техпомощи. Сейчас. Наберем еще патронов.
твою мать! Солджер, блядь! Сука. Вроде никого. Что тут? Ничего. Опаньки. Боец. Так, второй, третий. Давайте садимся сюда в кузов. И мы тоже садимся. А, вот. Давай, давай, садись, иди. Быстрее. Так, главное, чтобы никого здесь не было. Так, разбить лагерь здесь, я заставлю платить за это. Так. Второй, высаживайся. И второй. Залезть Т-72 на водителя. Я на командира сяду. Так, ремонт. Готово. А сохраненочка была. Ну, все, короче. Так, ручной режим огня. Так. Бронебойно-фугасный? Нет, мне нужен... Именно вот так надо. Блин, мне, наверное, наводчика надо, да? Ой, блядь.
Так, у нас пулемет есть, да? Попробуем как-нибудь совладать. На самом деле, в игре это 72 «Балканы в огне» намного сложнее управление. Там совсем за трех надо сразу играть, блин. Чуть правей. Да не останавливайся ты, господи. Да, пулемет остался только. Да не вижу ни хера вообще. Блядь, да где ты? Сука. За командира, но проще играть. Готов. Тот еще. Готов. А этот что-то... Ни хер его знает. Сейчас готов. Так, давай еще вперед. Башни капут его. Чё, где эти экипажники? Блять. Экипаж убит. Так, куда ж ты поехал-то, сука? И Женя, блядь.
дебил. Да, танк в городе, конечно, это дерьмо. Для танка, конечно, дерьмо. Кто еще остался? Там это дохлый. Я что-то видел? Или не видел? Как будто движение какое-то было. Гаурден. Давай-ка подъедем туда. Ну, хоть на танке покатались. Чё это? Рация? Надо было, наверное, уничтожать, да? Что-то я погорячился. Что нам нужно-то? Погоди-ка, здесь у нас еще какой-то... Товарищ, видимо, не совсем отъехал. Блядь. Готов.
Что-то я только теперь уже не знаю, что мне надо сделать-то. О, да. Все, 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 понял. Грузовик надо защитить. Непонятно только откуда она придет. Можно вот этот склон подъехать. Твою мать. Второй, блядь. Да, совсем каюк. Бля, можно было попробовать, короче, до машины, до той, доехать. Так, ну чё? Может, сохранимся? Да подождём. Вижу там кого-то. Подожди-ка, получи. Где второй? Готово.
А те, что там убежали, как бы, видать, хрен с ними, да? Вон они лежат. Ну, прикольно. Не, не 72-ка мне нравится, кстати. Не, мы хотя, может, я на 60-ке тоже не умел туда ездить. Так, весьма недурно для простого пехотинца, не правда ли? Отличная работа. 6 танков я уничтожил. Офицера, гранатометчика, 16 человек экипажа. И 4 просто солдата. Итак, на этом миссия собраться силами закончена. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. И увидимся в новых видосах и стримах. Всем пока. With